Здравствуйте, меня зовут Денис Власов, я нахожусь в центре прототипирования технопарка Санкт-Петербурга в учебном классе. Здесь я буду для вас читать 4 семинара, посвященные стереолитографии. На первом семинаре я расскажу о машинах, о разновидностях, о технологических подходах. Мы поговорим о том, какие бывают стереолитографические 3D-принтеры, что они могут, как индустрия подходила к существующему уровню стереолитографических построений. Мы обсудим функционал этих машин, подумаем там о плюсах, о минусах их. На втором семинаре я буду говорить про фотополимеры для 3D-печати, фототермополимеры, материалы, которые используются в стереолитографических 3D-принтерах. Третий семинар я планирую сделать в виде мозгового штурма, большой игры, на котором мы будем говорить, на котором мы смоделируем какую-то задачу, да, может быть, даже несуществующую, еще не решенную, и вместе со всей аудиторией мы попытаемся решить эту задачу при помощи стереолитографии. Мы смоделируем процесс, мы подумаем, как какая нужна химия для этой стереолитографической задачи. Соответственно, мы постараемся пройти от финальной задачи, да, до частных ее решений, проследить весь путь. Четвертый семинар я хотел бы посвятить вопросам интеграции. Я хочу проработать на этом семинаре практические задачи по внедрению стереолитографии в существующие бизнесы. Я буду рад всем, кто придет с конкретными идеями, конкретными вопросами, конкретными задачами, которые мы сможем вместе проработать. Жду вас всех на медиков Дом 3. Каждый четверг, начиная с 27 октября, в центре прототипирования Санкт-Петербурга. Спасибо.